красное, все, рек, пошла запись. Подожди, а у тебя звук идет? Да, звук очень хороший здесь. Отлично. Лучше, чем в GoPro. Здесь Sony, вот чем-чем, а звуком очень славится, все говорят. В один голос. Вот такие вот у меня. Ага. Посмотри, книжечка славная. Мне только не давали. Надо было тут покупать. Видишь как? Ладно, я сейчас сильнее сейчас подтяну. Давай. Еще попробуем. А что он имел в виду про ремешок? Что у меня сегодня так? У тебя перекручен ремешок с одной стороны. Ты уже его... Вот. Да, перекручен. А, уже теперь прямо, да? Не-не-не, погоди. А, уже все, теперь прямо. Был перекручен. Я вообще не понял, о чем он говорил. Я понял про то, что нужно подправить, но я не понял про то, что он имел в виду про прямо ремешок. Хороший мужик. Угу. Приятно. Общаться? Все объяснил, рассказал. Да, нет, еще нет. Угу. Отлично, отрегулировал. Осталось то, что готов. Вот меня что бесило последний раз, когда я катался вот с Майдана. Вот очень сильно парило в подбородке. Потела кожа из-за этого водителя. Ура! Мне удалось все поместить в рюкзачок. Так. Очень важно пить и есть достаточно. Знаешь, я заметил, я этим летом как-то питаюсь, вот, стихийно. Ем арбузы, вот, хлеб, не избегаю мяса. Вот. Избегаешь? Не хочу. Знаешь, я решил подчиниться інстинктом. Якщо гості поспілкуються з племистими райдужними хлоп'ятами, якраз і збігають м'ясо, це до них. Да? А це ж якраз вони проводять тренінги, школи, прогулянки, просто бесіди. На те, якраз, скажімо так, це те, що і вегетаріанці, і вегани, і школи, там райдуга життя. Тобто це от відчуття райду щастя. Ну, у нас. У нас щастя – це велосипед. Ні, а вони ж рухаються так само по-різному. А, ну. Так що можете поспілкуватися. Спасибо, спасибо. Ну. Я думаю, я сам поділюсь. Да. Спасибо, большое. Ну, кстати, заметил, що тебе плавило парковка, а ми тут поставили. Ага, точно. Ну, Максим. Пропили как-то. Давай, я чуть-чуть выпью кофейка, а тебе, может, чаю? Смотри. Чай, и чай. Поедем. Окей? Да, я тільки думаю, блін, як же прикрутити той пакеток з сухофруктами, щоб можна було під час дороги легко його діставати. Ну, у тебе ж немає посадильної сумочки ще, поможе. Ну, ладно. От я думаю, як... Ну, ладно. Шановні підприємці, нагадую вам, що оплата оренди перевернення... В сторону? Сейчас ми кафе подойдем. Ой, извините. Блин, я не понял, как мужик кончился? Ну что, наш разговор? Ага, я сам сначала не сообразил. Блин, только ты начал, он сразу подбегает. Это ко мне. Шпион. Ну, мы ему оказались, наверное, тоже интересным. Так что он так продолжил общение, можно сказать. Это еще чем мы интересны оказались? Тем, что в шлемах ездили. Ну, не знаю, симпатия, она такое делает. Непонятно, откуда возникает. Ну, знаешь, возникает вдруг. Сейчас, а где-то тут была
кафушка. А, секундочку, вон, по-моему, кафушка. А это цветочки? Морозово. Вон еще. Значит, морозово. Коктейли. А, вот дальше еще. Вот, наконец-то вижу ее. Это кафе. Это же Знаешь, еще что прикольно было раньше, когда у меня на прошлом велике той дешевке спортмастерской трещало сильно, то люди могли тебя по треску услышать и отойти. Да. А теперь, когда буквально со спиной вот такой стоишь с ним с великом, и они тебя не слышат. Бывает, очень пугаешь людей, люди аж подпрыгивают, я заметил, даже стыдно становится. Я стараюсь все-таки сейчас скорость сбавлять, потому что очень тихо подъезжаю так. Я ничего хочу сказать. Я когда с Майдана один раз ехал, кажется, это был тот же самый день, когда я с собой познакомился. Там большой спуск, Владимирский узвоз, кажется, называется. Да. Там очень быстро едешь. Я буквально сбавил скорость почти до нуля, передо мной две девушки. Меня не видят, не слышат. Стою перед ними и говорю, можно проехать? Они глянули, а так что, думаю, смотрят, честно. Да, это бывает.